Ну, китайские кокетки. Тоже модницы. Еще те. Просто город одна большая торговля. Ну, не одна, естественно. А торговый там, только торговлей занимаются, да? Еще хочу сказать, что здесь не только торговлей занимаются, еще и здесь развита медицина. Сюда наши дальневосточники, да и не только, ездят зубы лечить, вставлять. Тут целые медицинские туры. Полностью подлечить себя там, я не знаю, массажами всякими, да хоть чем угодно. Еды на улицах навалом разные. Навалом. Ну, я такое, конечно, не ем. Кушать, можно покушать и на улице. Недорого. Но это не еда, я считаю. Абсолютно не еда. Тут куча кафе, ресторанчиков небольших, каких хочешь, на любой кошелек. Конечно, в ресторанах не поторгуешься, в кафе. Но голодными точно не останетесь. Если сравнивать, например, с питанием Таиланда, я думаю, и здесь вот, в Учуне, тут немножко подороже, чем там. Вот ветер поднялся. Вот такси 5 юаней, велорикши 2 юаня. Показываешь карточку гостиницы или магазина, который тебе нужен. И он тебя отвезет к тому месту. Есть моторикши. Вот они, таксички. Такси пипикают, сигнал. Это он, значит, говорит о том, что он пустой, зазывает нас к себе. Давайте вот тут вот немножечко еще вам покажу. Это река. К сожалению, не знаю, как она называется, но она такая, блин, ужасная. Посмотрите сами. Вот такого плана велорикши. 2 юаня стоит. Сел и поехал, погоняя извозчик. Вот поймал себя на мысли, что здесь-то и не воняет, как в Таиланде, там канализация. Здесь все просто зашибись. Свеженький воздух. Только китайцы. Кстати, тут очень много китайцев и местных корейцев. И россиян, просто куча туристов. Давайте сейчас дорогу перейду, дальше лишь снимаю. Пошли. Давай. Страшно-то как, а? И это зеленый свет. Меня чуть на зеленом свете не попытались сбить. Как-то так. Смотрите меня на канале YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.